это было еще до того, как заболела мама, и мы перебрались сюда. Я любила читать истории про пиратов. И папа нарисовал мне карту сокровищ. Я обыскала весь дом, подсказка за подсказкой. И они привели меня к огромному дереву, где папа повесил покрышку, чтобы качаться, как на качелях. Алло, дом Смирновых. Ты убита. Нет, я поймала тебя в лассо. Дети, потише, можно? Дана убили за то, что он разворошил осиное гнездо. И ты признался в своем преступлении? Дети, тише. Он вел расследование среди спортсменов. В их числе были Эллен Мур и Эл Стоун. Заметки Дана не совсем понятны, я не знаю, что он искал. Но я бы сказал, что речь идет о крупной коррупционной схеме. Если так... то эти улики могут быть опасны. Принесите их как можно скорее. Конечно, но сначала я закончу одно важное дело. Я хотел сам проверить одну зацепку, прежде чем Смирнов что-то увидит. Если верить записям Дана, он виделся с Крейгом Спену в закусочной у Сэма за 4 дня до смерти. Убирайся отсюда, тряпка! У меня есть несколько вопросов. А у меня, может быть, нет ответов для такой тряпки. Выбить из него информацию было бы, пожалуй, проще. Но я решил довериться универсальной истине. Каждый в чем-то довиновен. Вы же не знаете, кто я, верно? Не знаю, и мне плевать. Ну и кто ты? Я Джон Блэкмор, санитарный инспектор. А, ну да, ладно. Вокруг столько уродов. Приходится быть построже, понимаете? Вы уже обедали? Обед за мой счет. Только после того, как ответите на мои вопросы. Само собой, слушаю вас, как скажете. Всегда к вашим услугам, инспектор. Спрашивайте. Страх сбил с него спесь и заставил говорить. Дан и впрямь был здесь пару дней назад с шимпанзе, который по описанию был похож на Спену. Судя по всему, парень все еще жил с отцом. Дан говорил, что тот не мог там оставаться больше ни дня, и временно жил у Дана. Погодите-ка, а какое дело санитарной службе до этого шимпанзе? Мы работаем вместе в комиссии по правам потребителей. Он пришел под видом клиента, а вы его оскорбили. Но я же с ним почти не говорил. Тем хуже для вас. Дан предложил Спэнелл пожить у себя. Хотелось думать, что когда Рэндалл Ли вломился в квартиру, Спэнелл сбежал туда, где жил раньше. Но где же это?
попался. У живых есть богатые и бедные районы. У мертвых тоже. В середине 19 века Гринвуд стал местом последнего пристанища для самых выдающихся жителей города. Мыслители, ученые, писатели, изобретатели, артисты, бизнесмены, политики, полицейские, воры, сутенеры и убийцы. Здесь покоятся тела тех, чей бездушный разум создал Нью-Йорк с нуля. Теперь вы знаете, как добиться успеха в Большом Яблоке. Кельтский крест. Кольцо отражает солнечный свет и таким образом, предположительно, сдерживает дьявола. Полезная штука в это время суток. Четыре базы охраняют своего отца. Если верить книге, которую я нашел дома у Дана, спортивные фанаты оставляют на могиле Брэдвика бейсбольные мячи, чтобы выразить свое уважение. Странно, что нет ни одного мяча. Может быть, ветром унесло? А может быть, кто-то забрал их себе, потому что считает их своим наследством? Если бы между битами был череп, было бы еще лучше. Все еще горячее. Никогда не доверял ангелам. Стоит ангелу пасть. Перед вами демон.
Я нашел бейсбольную перчатку в доме у Джодана. Перчатку с автографом великой звезды. Я не мог поверить своему счастью. Я расследую дело о коррупции в спорте. Мне кажется, в нем замешано много спортсменов, в том числе и современных знаменитостей, и бывших звезд. Джо Данн встречался с кем-то за обедом недалеко от клуба. Потом он позвал этого человека пожить у себя, чтобы тому не пришлось жить на кладбище. Я бы в жизни не догадался, кто это. Я Джон Блэксет, частный детектив. Как Джо? Давайте по очереди. Теперь моя. Ваша очередь. Почему ваша перчатка оказалась дома у Джо? Потому что Джо сказал, что он разворошил осиное гнездо, что рано или поздно они придут за мной. Потому что они хотели меня убить. Потому что он предложил мне пожить у него, а потом пропал. Потому что я ждал его 2 дня, а потом они пришли за мной. Потому что у меня не было времени забрать перчатку, когда я сбегал через окно. Чего он от вас хотел? И кто хочет вас убить? Один вопрос за раз. Как Джо? Что случилось бы, скажи я ему правду. Он бы слетел с катушек. Это было возможно. Он скрывается, как и вы. Тоже боится за свою жизнь. Поэтому он и нанял меня. Поэтому он и обратился в ФБР. Моя очередь. Зачем вы встречались с Джо Данном? Потому что он думал, что тот же негодяй, что уничтожил мою карьеру, уничтожает и множество других. Потому что хотел, чтобы я рассказал ему, кто стоит за моим падением. Потому что Джо боялся, что этот парень придет и за ним тоже. Наш старый друг, хирург. Митчелл и есть хирург. Это он за всем стоит. А этот хирург, которого вы вспоминали, он... Моя очередь! Я хочу знать, почему я должен вам доверять! Сделайте это для Дана, нашего общего друга. Моя очередь. А этот хирург, которого ты упоминал, это не он? Ой! Эй! Эй, это подача. Мое ухо и самооценка изрядно пострадали.
Зато у меня появилась новая зацепка – хирург. Этот ублюдок ускользнул, прикинувшись врачом. Но теперь я буду настороже. Где бы он ни спрятался и как бы ни маскировался, я его найду. То есть ты хочешь сказать, что... Первое. У нас есть коррупционный скандал, который затронул множество самых разных спортсменов. Второе. За ниточки дергает некий хирург по имени Митчелл. Человек, который служил с Даном, верно? Все ниточки, которые я нашел, ведут к нему. Ладно. На чем я остановился? Третье, да? Третье. Дан вышел на Митчелла, и тот нанял муравьеда, чтобы избавиться от Дана. А потом, раз уж ты продолжил ворошить осиное гнездо, муравьед пришел и за тобой. Но совершил ошибку, и Митчелл убил его, чтобы замести следы. И... Нет, минуточку. Четвертое. С отгадкой как-то связан старый друг Данна и Митчелла, Крейг Спеннелл. Ты ему и впрямь доверяешь? Я думаю, все, что он сказал, правда. Вроде все сходится, и его слова подтверждают то, что я раскопал. Четвертое, то есть пятое. Дана убили четыре дня назад, после того, как он пригласил Спеннелла к себе домой. Неужели это не делает его подозреваемым? Логично, не правда ли? Нет, не сходится. Почему? Мне так кажется. Давай пройдемся по подозреваемым. Ты говорил Смирнову, что у тебя начинают появляться сомнения в невиновности Еля. Но что с О'Лири? Это шестое. О'Лири не стал бы посылать Рэндалла убить Дана. Он уволок бы его к себе в подвал, сказал бы небольшую речь, а потом убил бы сам. Нет. Я знаю О'Лири. Он не стал бы посылать убийцу. Он бы взял все в свои руки. А что с Кэссиди? Седьмое, так? Я думаю, Кэссиди из числа подозреваемых в убийстве Данна можно смело исключить. Он слишком импульсивен, чтобы спланировать такое преступление. Кто бы все это ни спланировал, он понимал, что версия с самоубийством не выдержит критики, поэтому сфабриковал улики, чтобы подставить Еля. Кэссиди слишком импульсивен, чтобы провернуть такую сложную схему. Значит, ты прав.
За ниточки дергает Митчелл. А знаешь почему? Потому что в детективах убийца всегда тот, кого сыщик знает с самого начала. Может, в английских детективах и так? Ну, когда под подозрением в убийстве все, кто оказался в особняке. Но вдруг у нас американский детектив, в котором сыщик и убийца не встречаются до последней сцены. То есть мы до сих пор не знаем, кто за всем стоит? Я этого не говорил. Как все прошло с Эллен Мур? Я так ничего и не узнал. Хотя начиналось все неплохо. Я попросил ее о совместном интервью с ее парнем, Эллом Стоуном. И поскольку я звезда журналистики, они были рады. Прекрасно. Перейдем к интервью. Я буду задавать вопросы вам по очереди, чтобы никому не было скучно. Итак, кто первый? А вот вопрос для Эллен. Вы можете сказать, сколько вам платят производители Чемпи? Конечно, дорогуша. Они платят мне гораздо больше, чем я прошу. Вообще-то, Чемпи так восхитительно вкусны, что я готова делать это бесплатно. Я ответила на ваш вопрос? Нет. Глупости. Мы оба понимаем, что да. Так. Пора сфотографироваться. Как нам позировать? Ладно, может быть, обнимитесь, покажите свою любовь. Вам же завидует вся Америка! Продолжим. А вот вопрос для Элла. Всего через 12 дней претендент попробует отобрать у вас пояс. Что вы можете сказать про свой бой с Елем? Ну да. Мой Элл надерет зад этому головорезу. Верно, дорогой? Да, ну... Посмотрим. Слабых противников не бывает. Глупости. Ты чемпион мира и останешься им. Следующий вопрос. Что теперь? Не против, если я сделаю еще одну? Вы хотите, чтобы мы сделали что-то конкретное? Встаньте ко мне в профиль. Спина к спине. Прекрасно. Вы прирожденные модели. Итак, еще один вопрос и... Эл, дорогой, ответишь на него? Я поприветствую поклонника. Сейчас вернусь, мистер Пулитцер. Погоди. То есть она перестала улыбаться, когда появился тот поклонник? Ну да. А можешь его описать? Смогу даже показать, как только проявлю фотографии. И вообще-то мне тоже показалось это странным. Поэтому, пока Стоун отвечал, я сделал несколько снимков Мур и ее таинственного поклонника. Ладно, на чем мы остановились? Ваш менеджер Фрэнк Кэссиди, президент Ассоциации боксерских менеджеров. Он говорит, что выступать должны только те боксеры, менеджеры которых состоят в его ассоциации. Что вы об этом думаете? Кэссиди отличный менеджер, правда? Мне жаловаться не на что. И работа, которую он выполняет на посту президента ассоциации, очень важна. Но я не знаю, может быть, в этом случае Джо Данн был прав. Стоп, нет. А можно не записывать последнюю фразу? Ну, типа, не для печати. Буду нем, как рыба. Вы ревнуете из-за того, что вашу девушку любит вся Америка? Ну, я бы не сказал, что ревную.
Но я знаю, что такие известные и честные люди могут привлекать к себе нежелательное внимание. Многие хотели бы положить конец ее карьере, так что это непросто. Что ж, начинаю снимать. Ладно, а теперь поднимите голову и правую руку, как будто празднуете победу. Вот так вот? Именно. Стойте, я случайно дернулся. Стойте прямо, я сделаю еще одну. Ладно, на чем мы остановились? Ваш менеджер... Фрэнк Кэссиди, президент Ассоциации боксерских менеджеров. Он говорит, что выступать должны только те боксеры, менеджеры которых состоят в его ассоциации. Что вы об этом думаете? Кэссиди отличный менеджер, правда? Мне жаловаться не на что. И работа, которую он выполняет на посту президента ассоциации, очень важна. Но я не знаю, может быть, в этом случае Джо Данн был прав. Стоп, нет, а можно не записывать последнюю фразу? Ну, типа не для печати. Буду нем, как рыба. Что ж, начинаю снимать. Повернитесь и покажите мне свои бицепсы сзади. Вот так? Точно. Стойте, я случайно дернулся. Стойте прямо, я сделаю еще одну. Да что со мной сегодня? Не двигайтесь, прошу вас. Теперь получилось. Продолжим? Вы ревнуете из-за того, что вашу девушку любит вся Америка? Ну, я бы не сказал, что ревную. Но я знаю, что такие известные и честные люди могут привлекать к себе нежелательное внимание. Многие хотели бы положить конец ее карьере, так что это непросто. Я сделаю еще одну, хорошо? Посмотрим, что вы думаете об этом. Закройте глаза и положите подбородок на кулак. Боксер-мыслитель. Вот так вот? Именно. Да что со мной? Не двигайтесь, попробую еще раз. Никак не получается. Не двигайтесь. Самое время. Наконец-то закончили. Подожди. То есть, ты говоришь мне, что фотографии готовы? Или ты так сказал Стоуну? И то, и другое. Смотри. А кто этот парень? Я уверен, что это не поклонник. Видел бы ты ее лицо, когда она его заметила. Хорошо поймал, да? Идеальная пара, так льнут друг к другу. Прямо как я и ты, дружище. Попридержи коней, ковбой. Интересно, сколько весит каждый бицепс? Как думаешь? Много, но меньше твоего языка. Люблю твое чувство юмора. Посмотри на его руку. Он что-то достает из сумочки Мур или что-то туда кладет? Это хорошая фотография, но она не отражает правды. Что? Еще как отражает. Я же там был. Стоун вовсе не так силен, как может показаться, и Мур явно не нужна его поддержка. Ты что, не видишь, что они любят друг друга? Честно говоря, я в этом не уверен. Любовь — это не подхалимство. Боксер-мыслитель, боксер-поэт. Бокс внезапно может оказаться любимым видом спорта среди интеллектуалов. Думаю, она курит только тогда, когда нервничает. И что же ее нервирует?
Я уже видел такой спичечный коробок. Стоп. Это же он. Кто? Митчелл, хирург. Серьезно? Ха-ха, попался. Пока нет. Точно. Еще нужно его найти. Дружище, ты что, не слышал, о чем я только что говорил? Нужно рассмотреть эти фотографии. Нам нужна зацепка, которая выведет на Митчелла. Ну, видишь? Вот, как я и говорил. Драки вовсе не худшая часть моей работы. Тебе, конечно, могут и трёпку задать, но есть шансы отбиться. Но если всю ночь сидишь в машине, выхода нет. Ноги сводят, спина и шея затекают. Всё тело ломит и тянет свалить отсюда. Это скучно и нудно. Люди, наконец, начали выходить. Бар закрывался. И ни разу там не объявился Митчелл. Не входил и не выходил. У меня не было выбора. Я вижу, вы решили принять мое приглашение. И вы умны. Подождали, пока мои завсегдатаи разойдутся, потому что мех экзолит. Хороший совет, всегда к месту. Или бурбон. Приветствую вас, мистер. Как вас говорите звать? Насколько я знаю, Лай Гуанов всегда сохраняла нейтральность. Он играл в покер с Кэссиди, но Лири использовал его бар для передачи денег. Имело ли смысл прикидываться и дальше? Или открываться было слишком опасно? Блэкмор. Джон Блэкмор. Я так и знал. Хотя техасский говор у вас неплохой. Скажем, я просто представляю определенное спортивное лобби, о котором я бы не хотел говорить. Понимаю. Приятно с вами познакомиться, мистер Блэкмор. Да вы талант. Тут получается явно лучше, чем в покер. Тут куда проще. Никто не сможет обмануть. Ха-ха. А вы даже не вздрогнули, когда Кэссиди решил преподать тому орлу урок. Что тут сказать? Только между нами. Я не в первый раз попадаю в такую ситуацию. У кого нет своего парикмахера с лицензией на убийство? Черт. Ну, никто не идеален. Скажите, чего вы на самом деле хотели от Кэссиди? Я не понимаю ваших мотивов. Дело в том, что я представляю определенные интересы, из-за чего Десмонд О'Лири стал моим врагом. И если вы хоть что-то знаете об их соперничестве, я умолкаю. Не волнуйтесь, я просто любопытен. Так, что насчет меня? Что ж вам нужно от меня? Никто не приходит в Лайгуану, чтобы просто выпить или сыграть в пул. Мне нужен один из ваших постоянных посетителей, доктор Ангус Митчелл. Зачем?
Мы сражались с ним бок о бок на войне, я просто хотел повидаться. Ну, конечно. Вот что, я свяжусь с Митчеллом. Приходите завтра вечером. Вы не понимаете, я должен с ним поговорить, иначе... Иначе что? У меня есть друзья на самом верху, с которыми вы вряд ли горите желанием познакомиться. О, и вы полагаете, что у меня их нет? Думаете, без них эту дыру не закрыли бы? Прошу вас, не говорите глупостей. Что-то еще? Вряд ли Кэссиди будет рад узнать о той роли, которую его партнер по покеру играет в операциях О'Лири. Уверен, вы это понимаете. Вот сукин сын. Хорошо. Дайте мне свой телефон. Я позвоню, когда Митчелл появится. Нет, вы позвоните ему прямо сейчас и передадите сообщение. Но если всю ночь сидишь в машине, выхода нет. Ноги сводят, спина и шея затекают. Все тело ломит и тянет свалить отсюда. Это скучно и нудно. Настолько, что мысли попадают в какую-то бесконечную петлю. Словно сидишь в машине и наблюдаешь за кем-то. Владелец Лайгуана должен был сказать Митчеллу о том, что некий муравьед все еще жив. И что он обязательно расколется. Это лишь вопрос времени. Если повезет, Митчелл занервничает и объявится. Теперь остается только следовать за ним. Он оставил ее снаружи. Интересно, что там? Все будет в порядке, не беспокойся. Гил, стой на шухере. Если появится кот, ты знаешь, что делать. Я вернусь через час.
Интересно, я смогу застать его врасплох вон оттуда? Хотя я понятия не имею, как туда забраться. Конечно же. Это же напарник Рэндалла Ли. Нужно быть поосторожней. Когда они меня избивали, я заметил, что он хватается за ствол, не задумываясь.
Если тебе нужна тишина, шум твой друг. Пахнет свободой и нефтяными пятнами.
Вот ведь настырный кот. Вот ведь настырный кот.